Ефим Шифрин до сих пор может похвастать мускулистым торсом, а ведь артисту 62-го года. Впрочем, рельефной мускулатуре Шифрин обязан не столько своему телосложению, сколько трудолюбию и целеустремленности. Для его поклонников не секрет, что Шифрин буквально не вылезает из качалки. Накануне он продемонстрировал, как качает мышцы под руководством опытного тренера. Мало того, что Шифрин поднимал значительный груз, он еще и умудрялся шутить с тренером. Именно последнее обстоятельство заставило поклонников аплодировать. Браво! Как легко произнесли. Даже дыхание не сбилось при таких нагрузках. Впечатляет и вдохновляет. Обожаю вас. Красота. Невероятно. Какой вы молодец, комментировали видеоролик подписчики личного микроблога звезды. Завсегдатаем тренажерных залов актер стал около 20 лет назад по совету своего друга-звукорежиссера. Сначала это были просто занятия спортом для души, а потом Ефим Залманович вошел во вкус и начал брать большой вес. В какой-то момент развитие мускулатуры зашло настолько далеко, что Шифрин даже начал выступать в бодибилдерских турнирах. Постепенно спорт из хобби стал актер образом жизни. Впрочем, Шифрин – не единственный артист, который в столь зрелом возрасте заставит покраснеть и 20-летнего юношу. Конкуренцию ему составляют Олег Газманов и Владимир Машков.